Io non chiamo le game. Лицом ко мне на черте. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Глеб неверно, Миша неверно, Аня неверно. Все остальные с заданием справились. Все. Всем пять. Значит, посмотрите внимательно. Если вы, предположим, дай мне Миша. Скажите мне, пожалуйста, вот если вы не успеваете, да, Аня, заберите туда, нет, впереди. Если вы не успеваете встать со своим стульчиком и начинаете протискиваться, что нужно делать тому человеку, который не успел? Встать, попросить, подвинуться. А представляешь, Саш, у вас с этой стороны 10 человек, с этой стороны 10 человек, я буду просить подвинуться. Да, что нужно делать? Конечно. Если вы видите, что все места заняты, вам нужно встать с края. И вам удобно, и вы никому не причиняете неудобств. Понятно?